Всем привет! Сегодня мы будем готовить всеми любимый кекс, который называется манник. Но мы будем готовить не обычный манник, а шоколадный. Мы будем готовить из небольшого количества ингредиентов на форму 18 сантиметров в диаметре. Вы можете смело увеличивать все ингредиенты в два раза, и тогда у вас будет большой кекс где-то на форму 24-26 сантиметров. Итак, что нам будет для этого нужно? Для этого нам нужно будет 100 граммов манной крупы, 80 граммов муки, 150 граммов сметаны, 2 яйца, 110-100 граммов сахара, 20 граммов какао, 50 грамм сливочного масла, 1-2 столовые ложки растительного масла, темный шоколад, ну либо молочный, в принципе, это на ваш вкус, 100 грамм или любая плитка подойдет. Так, полная чайная ложка разрыхлителя, немного ванильного сахара и щепотка соли. Что нам нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нам нужно замочить как бы манку в сметане. Мы выкладываем всю сметану, добавляем манную крупу, все это дело перемешиваем, и нам нужно будет оставить эту смесь где-то минут на 30-40, чтобы манка немного разбухла. Поэтому лучше начинать готовить этот манник немножко заранее. Ну, то есть иметь в виду, что нужно время для того, чтобы манка набухла. Итак, прошло 40 минут. Наша манная крупа вместе со сметаной немного набухли. Они стали вот такой вот консистенции. Теперь продолжим готовить. Для этого нам нужно будет взбить наше масло. Оно очень мягкое. Вот видите, комнатное, не растопленное, но и не жесткое. Комнатные температуры. К маслу добавляем сахар, щепотку соли и ванильный сахар. И начинаем взбивать. Теперь будем добавлять по одному яйца и взбивать после каждого. Где-то минуты две нужно будет взбивать. В яичную смесь нужно будет добавить нашу манку со сметаной и тоже все перемешать. Теперь в муку добавим разрыхлитель и какао, и все аккуратно смешаем венчиком, чтобы и какао, и разрыхлитель равномерно распределились. Так, теперь эту получившуюся смесь нам нужно будет вмешать в нашу жидкую часть. Добавляем и взбиваем. В последнюю очередь добавим 1 столовую ложку растительного масла. Слишком долго не нужно взбивать миксером, как только масса вся объединится, можно останавливаться. Шоколад мы ножом порубили на мелкие кусочки. Теперь мы его в готовое тесто переложим и аккуратно с помощью лопатки смешаем тесто с шоколадом и переложим в форму. Теперь мы отправим наш манник в духовку, разогретую до 175-170 градусов, примерно на 40-45 минут. Ну, где-то минут через 30 мы все-таки проверим готовность зубочистки. Если она будет сухая, значит манник готов. Если нет, еще оставим минут на 10. Итак, вот наш манник готов. Мы его выпекали около 45 минут при температуре 175 градусов. Напоминаю, размер формы для нашего манника 18 сантиметров в диаметре. Можете увеличивать количество ингредиентов и печь в большей форме.